Командовать парадом буду я. Сие прекрасный повод собраться нам вместе здесь. И мне материализоваться, чтобы оказаться именно здесь, на этом месте, и быть рядом с вами. Счастливо вас и поздравляю! Вы знаете, кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. Я думаю, что вы заслужили своим трудом этот большой феерический праздник. Праздник в вашу честь. Я желаю вам всем хорошего настроения, прекрасного вечера. Получайте удовольствие, и мы начинаем нашу феерическую шоу-программу. Скрытая реальность пытается разобраться, кто же виновник рока и можно ли что-то изменить. Что же рассказывают нам те, кто видел изгнание бесов в собственные глаза? И как в каждом городе, здесь есть даже свои улицы. Ну а сейчас я хочу представить еще одну страну-побратима, которая имеет непосредственное отношение к Артериуму. Это наши друзья! Из славной страны Узбекистан представит вам свой номер. Настоящий российский сувенир. Встречайте! Российские матрешки и русские богатыри! Вас ждут шутки и веселья, цирковые представления, игры, конкурсы и песни, чтобы было интереснее. С любовью, Петрович Первый! Для вас была настоящая киношная команда. Антон Гойда, Марк Арабец, Вадим Майоров. И все это балаган бродящий артистов. Специально в день рождения Петровича. I'm the best. Мы вас очень любим, бродящие артисты. Итак, фрагмент из моего американского варианта фильма «Четыре комнаты». От вас бурные аплодисменты, от меня суперзвезды моего фильма с легким эротическим танго. Сегодня вместе с вами праздником наслаждались телеведущий, актер театра и кино, который уже до боли надоел на экранах в разных фильмах, Константин Косинский. Спасибо! Его друг, певец, композитор, ведущий, лидер группы «Бульвар» Анатолий Гордиенко. Наши друзья на галерке получили неплохое удовольствие. Мы хотим прийти на концерты других команд и также будем их поддерживать и кайфовать. Приходите каждый день. Арт-футбол 2013. Все это для вас. 2 по 13 июня, друзья.